Че творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это второе по счету потерянное видео Барбоскиных. Эту серию я нашел на потерянном главном сайте Барбоскиных. Невышедшая серия нумеруется 0.0.1 со странным названием «Красота насмерть». Серия начинается с того, что в комнату вошел малыш и сказал Лизе, что сегодня ее очередь. Чего именно очередь, нам неизвестно. Но Лиза сразу же перепугалась и сказала, что очередь Розы. Она как раз куда-то красится. Роза сказала, что она читает. Она красилась для того, чтобы быть всегда готовой, ведь вдруг не придет парень, и что к Лизе не придет ни один парень, ведь она очень страшная. Так что ей надо идти куда-то с малышом. Лиза подскочила, начала краситься. Роза тоже начала краситься. За всем этим наблюдал малыш и улыбался, как будто они все делают для него. Это продолжалось очень долго. Они делали все это быстро, а на фоне играла страшная музыка, от которой кидает в пот. Роза и Лиза красились. Это был батл. Сначала Лиза накрасила ресницы, затем Роза накрасила губы. Эта борьба продолжалась очень долго. Периодически картинка переходила на малыша. С каждым разом его глаза наливались кровью. Он чего-то жаждал. А девочки все еще красились. Это дошло до того, что они начали выливать себе на волосы разную жидкость. Лиза вылила краску, а Роза, несмотря, вылила радиоактивную жидкость, и ее волосы начало разъедать. Она начала кричать, но через боль и крики она продолжала краситься и побежала искать новое платье. Не найдя легкого пути, Роза накинулась на Лизу с дракой. Они начали драться. Из ниоткуда Роза вытащила нож и легким движением руки проткнула Лизу. Это был ее последний день. Больше она никогда не будет такой красивой. У Розы видно шок. Она сама не понимает, что делает. Начались помехи. После помех показано, как Роза и друг Лизы сидят связаны. Около них стоял малыш и сказал: «Если вы не захотели пойти, то мне придется это сделать здесь». Серия оборвалась. На этом все. Стал бы Сергионис, поставил к тебе эту всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И подпишись на мой канал, я бы очень хотел себе такого шикарного подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут вообще в шоке. И помни, это всего лишь мое воображение.